Спонсор прогноза погоды – единый центр защиты. Сложно платить кредит? Уменьшите платежи. Избавьтесь от назойливых звонков. Ликвидируйте долги полностью. 248-36-33. Во вторник в Самарской области пасмурное небо без осадков. Температура днем минус 1, плюс 2, ночью 0, минус 3 градуса. Ветер северный, скорость 2-4 метра в секунду. Повышенное атмосферное давление. В Сызрани пасмурное небо, днем плюс 2 градуса. В темное время суток минус 1. Северо-восточный ветер, скорость 4 метра в секунду. Тольятти тучи без осадков, днем нулевая температура, ночью 1 градус с минусом. Северный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, в дневное время 0 градусов, ночью 2 градуса ниже 0. Ветер северный 3 метра в секунду, атмосферное давление 773 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 70%, геомагнитное поле возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.